Ассаламу алейкум, приветствуем всех, добрый вечер. Хочу обратиться к тем шайтанам, или как они называют себя, бандеровцы, нацики, да, которые находятся Азовсталь, да, не знаю точно до названия этого завода и где промышленная зона. Я знаю, что вы хотите сдаться. У меня есть ваши переговоры, разговоры, да. Но вы не можете определить, кому сдаться. Кто вас оставит, кто вас не будет бить, унижать, да. Я вам даю слово, если вы сложите оружие, да, выйдете сами, да, то мы вас трогать не будем. И достойно, да, проведем с вами дальнейшую работу, да. Но вы должны осознанно знать, что вы выходите из этого завода, чтобы стать перед законом. И я уверен, что если вы станете на правильный путь, как в нашей Чеченской Республике, да, президент может объявить амнистию, да, Российской Федерации Владимир Путин, и вы можете попасть под амнистию, да. Поэтому, почему я обращаюсь, потому что завтра один день у вас есть, а послезавтра мы вас всех уничтожим. Я очень надеюсь, что вы меня услышите, да, это одно. Второе, да, ВСУ, СБУ, вы знаете уже, сколько у вас осталось сил, возможностей. Вы знаете, что скоро все это закончится, и вы уже проиграли, да. Я вас прошу, будьте мужчинами, будьте сыновьями своего государства, народа, родителей, да. Не бойтесь этих шайтанов, азотов, нациков, как называют, исламских шайтанов, да. Как называют они себя, они исламом даже не пахнет, да. Вы же, да, дали клятву, да, служить народу, обеспечить безопасность. Куда вы смотрите, с кому вы отдали государство, да, народ украинский, да, с кем вы воюете? У России, да, у русских, у украинцев одна религия. Вы все славяне, да. Я прошу вас, чтобы вы стали рядом с вооруженными силами Российской Федерации, спецслужбами, да, дальше, да, хотя бы, да, не разрушили такие города красивые, как Харьков, Киев, да. Я уверен, что найдется среди вас хоть один достойный офицер. Если он найдется, за ним пойдут все, я точно знаю, да. Зеленский не оправдал доверия. И другие рады, мады, они тоже не оправдали, да. И вы это знаете, да. Война убивает у вас в городах, в селах. Люди с голоду умирают, да. Их не выпускают, эти бандеровцы, да. Их держат как живой щит. Как вы после этого будете смотреть детям своим глаза, женам? Что вы будете? Как вы, даже я слова нету, Дон, после этого кто вы? Поэтому используйте последний шанс свой. Сделайте решительный, Дон, шаг. Я еще раз говорю, хоть один офицер среди вас найдется, все остальные за ним пойдут.